Здравствуйте и добро пожаловать в Early Access Build номер 2, в котором у нас появилась новая карта. Ну, не совсем новая, потому что, конечно, была предварительная версия, но теперь она более-менее завершена. И хотя с этим билдом, насколько я мог заметить и лично, и учитывая кое-какие замечания, да, комментарии в интернете, есть кое-какие проблемы с производительностью, но, тем не менее, это нам, надеюсь, не помешает ее оценить. И давайте начнем на том дорогом авианосце вдали, в старом добром режиме, да, который не связан ни с какими батальонами. Я пытаюсь сориентироваться, двигаясь вместе с остальной общественностью, потому как это дело такое, да, и может быть я успею, не успел. Поэтому мне нужно сюда, и теперь уже будем надеяться, мы можем даже как-то пройти вперед, если только не наткнемся на кого-нибудь. Вот как мы это сделали прямо сейчас, да, и нам нужно захватить хоть что-нибудь на данном этапе, потому что, конечно, на земле начинают красные, а это означает, что, пользуясь мостами, они могут довольно быстро распространиться, прямо как какие-то раковые клетки. Так что давайте для начала куда-нибудь доберемся. Авианосец это, конечно, хорошо, но все-таки довольно далековато, да, плыть просто без средств каких-либо передвижения или переплывания — это дело такое замороченное. Что касается проблем, о которых я говорил, то насколько народ замечает, есть такая фишка, когда некоторые, да, игроки или там боты или что-нибудь проваливается через карту, соответственно, сводя с ума физический движок или что-то на вроде того, так что через какое-то время фреймрейт, кадры в секунду, совсем уж падают ниже каких-то допустимых значений. Я уж не знаю, это правда или нет, но я сам испытывал такие последствия, чем бы они не были вызваны. Когда все сначала хорошо, стабильные 60 кадров в секунду, а потом мы начинаем проседать сначала до 40-50, а потом и до 10-11, что уж совсем никуда не годится. Как насчет немного слоумоушена? Особенно учитывая живописный дым, который пока еще не рассеялся. Ага. Народ, конечно, стремится. Что у нас тут с раскладом? У нас есть пара точек, но это, конечно, совершенно недостаточно. Техники здесь в достатке, с другой же стороны. И попроще, и, кажется, я где-то танки даже видел. Как минимум один, когда первый раз играл на этой карте, чтобы посмотреть, на что вообще оно здесь похоже. Один авианосец довольно-таки большой, хотя и не сильно детализованный, но внутри там есть, так сказать, достаточное количество помещений, чтобы заблудиться. Так что, когда первый раз играете, я советую, во-первых, что можно сделать. Это просто идти за ботами. У них уже пути проложены, и так меньше шансов потеряться и потерять время драгоценное. Что, конечно, может быть довольно драгоценно, тем более, что да, нужно завоевывать точки, с которыми у нас пока что дела обстоят не так уж плохо, но здесь, конечно, Airstrip. Посмотрим, насколько мы эту полосу взлетную, насколько мы ее захватим вообще времени. Привет. Я в него попал, но не знаю, убил ли. Нет, не убил. А вот теперь, наверное, да. Но здесь особо прятаться не то, чтобы есть где. Конечно, есть эти громадные, я уж не знаю, стены, не стены. Такие ящики, не ящики, да, конструкции, которые частично где-то чего-то отгораживают. И пара ангаров с самолетами. Самолеты, насколько я понимаю, только здесь расположены. Ну и там джипы, да, и эти небольшие квадбайки, как они, кажется, называются. Но сейчас мы поедем куда-нибудь подальше. Есть вот эти точки, которые пока еще под контролем врага. Одна из них такой, ну, городок не городок, но какое-то прибрежное поселение, где много углов, за которыми можно спрятаться. А вторая — это вот это, более ближняя к нам, просто небольшая военная база. И может быть мы даже чего-нибудь как-нибудь сделаем вот так. Я не вполне себе уверен, что мы захватим. Ага,
кто-то меня сзади прямо подстрелил. Но, по крайней мере, мы попадаемся, и мы слили южную точку, юго-восточную. Что, конечно, не особо хорошо. Ты это куда собираешься, дорогой? У меня немного другие планы. Так, ну, попробуем еще раз куда-нибудь направиться. Где там наши? Наши застряли на мосту. Может быть, если я с этой стороны... Ага. Да, оружие достаточно смертоносное. Им помогу, то мы вместе как-нибудь чего-нибудь сделаем. По крайней мере, я смогу их отвлечь. Их усилия, да, на себя переместить. Ух, какие дела. Это слишком много для того, чтобы мне было комфортно. Но пока что я их могу отстреливать. Хотя успешным продвижением это не то, чтобы назовешь. И к тому же кто-то там на лодке уплыл. По-моему, там был всего лишь один воин вражеский. Один солдат, так что вряд ли это будет таким уж большим делом, но как знать. Ух. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Но у меня пока еще патронов 70-80 осталось. Так что это где-то примерно неплохо, я сказал. А, отстань. На это стыкаться все. Угу. Конечно, все замечательно, но я так думаю, что они здесь заспавнятся раньше, чем я эту точку захвачу. Что-то мне подсказывает. Ага. Сейчас они подойдут, и все это дело будет немножко напрасно. Но, по крайней мере, я их чуть-чуть отвлекаю. Хотелось бы, конечно, чтобы наши как-нибудь тоже подходили. Ага, вот и наши, которые теперь-то могут отвлечь внимание на себя, хотя, возможно, долго они не протянут, но... Может быть, они протянут достаточно долго. Ух. Да, это достаточно паршиво. У меня два хита, и это мне долго не поможет, но с другой стороны... Как знать. Мы это местечко захватили, и здесь даже есть танк, что довольно неплохо. Мне по мертвому, я бы сказал, даже на две трети, три четверти мертвому. Это очень даже подходит. Так. Ага. До свидос. И вам тоже до свидос, товарищ. А я устремляюсь, наверное, сюда, да, где у них последняя точка. Посмотрим, к чему это приведет. Мы технически победили, но я все-таки хотел бы немножко, как минимум, не застрять на мосту. Что совершенно нехорошо, и тем более, когда мы вот так вот из него выбираемся, да. Такие кадры довольно забавные. К сожалению, да, физика здесь не то чтобы очень идеальная. Хотелось бы, чтобы таких моментов было поменьше. Но так или иначе, это был мой такой недолгий, но, будем надеяться, достаточно подробный взгляд на эту карту. Вы можете своим мнением поделиться в комментариях. Если понравилось видео, вы знаете, что делать. И, конечно, я буду и дальше покрывать своим взглядом, своими 5 копейками или, может быть, 25 центами эту игру.